Хейо, гайз, с вами Шмики и... Пошел дождь? Да, пошел дождь. Я нашел ебаный вход. Вот он! Вот он! Он отмечен на карте вот такой херовинкой, смотрите. Вот этой писюнечкой! И здесь вход. Оказывается, прикиньте. Здесь был вход. Пипец. Хорошо, что у меня стишка есть. Оп. Готово. Возьму дробовик на всякий случай. Место, походу, огромное. Так. Слышу свиней. Карта сломалась, говорю сразу. Снова этот баг со сломатой картой. Оказалось огромное место. Здорово, кабан. Все, короче, полетели нахер отсюда. А я же могу так быстро перемещаться, ладно. О, работает! Оно работает! Работает! Прикольненько, все. Нам нужно на миссию, полетели. Быстрый путь, только так. А нет, 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 давайте отсюда. Или отсюда лучше. Ладно, давайте поближе. Хотя фиг, ладно. Идем за складом. Телепортнусь отсюда, туда, добегу. Заберу реликвию. И пойдем уже к самой миссии. Я все-таки посмотрел, что же в том мы с вами прошли, в той серии, где-то была лаборатория. Это у нас такая херя, ребята, называется... Блять, я забыл в магазин сходить. Сейчас скажу. Это по путеводителю. У нас письма пропавших. Оказывается. Так, боеприпасы мне нужно купить. Окей. В основном мы с вами уже много всего получили. Нам нужно уже деньги собирать еще. Больше денег. А, точно. Короче, добегу туда и продолжим. Короче, я решил продолжить. Все равно мы уже подбегаем к месту. Потому что у нас в воде. Дождь заканчивается. В чем дело? Главное, чтобы меня никто, блядь, здесь не съел. Ну, мало ли. Так. Готово. И нам тут все равно немножко осталось, чтобы добежать, да? Иди в жопу. Не хочу я с вами драться, иди в жопу. Так, все, подбегаю к нашему месту встречи с кем-то. Я не отхилился, херово. Вот это вот плохо, то, что я не отхилился. Лады. Без проблем. Это не то место, где мы отбивались? Да нет. Ладно, миссия начинается. Здорово. Рад тебя видеть, Джейсон. Привет. Колонна Васса пройдет здесь. Надо установить взрывчатку, чтобы перекрыть дорогу. Дай мне С4. О, да. Время уничтожать колонию Васса. Чё? Чё? Магия, ребят, это была магия. А, она сама ложится, окей. Колонна уже в пути. Да? Эй, Джейсон, это Лиза. Я занят, что там? Хотела сказать, что тут лодка. Когда вернешься? Не знаю. Но ты вернешься? Да. Ладно. До встречи. До встречи. Они не понимают. Они ни хера не понимают. То, что мы уже здесь почти свои. Так, что мне дают? Снайперка, у меня есть снайперка.
Так, когда автомобиль попадет в засаду. Конвой уже здесь! Вышки пока в тот, пока он не попадет в засаду. Это не пираты. Это вроде не люди, Васа. Да, это солдаты. Черт! Это еще кто? Хорошо организовано. Эти вроде как солдаты. Это солдаты, чел. По 50 за убийство. Готово. Ой, еще. Тихо. Готово. Блин. Ой-ой-ой. Посекли. Ой. Еще один. Это мои, да? Нет, это не мои. Да что ты по мне палишь? Так. Опа. Это бля. Короче, где это АВП? Типа меня не посекли? О! Да, это мощенка. Ой, мимо. Сорян. В смысле не попал? Вот теперь попал. Ай, ой, 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 ой. Блять, это было не взрывоопасно. Так, идите в сраку, все. Так, ладно. Так, залезь в грузовик. Дайте мне мою снайперку. Давай, 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 Джейси. Хилься, сразу хилься и побежали. Можно машину нормально? Вот черт! Ладно. Поехали, 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 Джейсон. Давай, мастерство вождения. Так, вот это я не понял. Как мне нужно было... А, все. А, я понял. Быстро можно? Быстро, быстро, быстро. Давай, 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 Джейсон. Я за ним. Давай, за ним, правильно, за ним. Я пешком туда, что ли, побегу? А-а-а. Фу, я тупой. Я его взял и проехал. А я то, эх ты, шимики. Так, тихо. Ай-яй-яй-яй. Тихо, все в порядке, все в порядке. У меня жесткая машина. Я здесь. Все?
Воруем машину. Эй, Джейсон, скучал по мне? Вау. Так, это была засада. Не с моей стороны засада, а с ихней уже засада. Окей. Безумие. Безумие – это точное повторение одного и того же действия, раз за разом, в надежде на изменения. Это есть безумие. Когда впервые я это услышал, не помню, кто сказал эту хрень, я бум, убил его. Смысл в том… Окей. Он был прав. И тогда я стал видеть это везде. Везде, куда ни глянь, эти болваны. Куда ни глянь, делают точно одно и то же. Снова и снова и снова и снова и снова. И думают, сейчас все изменится. Не-не-не-не-не, прошу. Сейчас все будет иначе. Прости. Мне не нравится, как... Ты на меня смотришь? Окей? У тебя проблемы с головой, думаешь, лапшу тебе на уши вешаю? Вру! Пошел ты! Окей? Пошел! Нахуй! Все в порядке. Я успокоюсь, братец. Успокоюсь. Смысл в том... Ладно. Смысл в том, что я тебя убил. Уже. И дело не в том, что я ёбнутый. Усек? Это как вода под мостом. Я уже говорил тебе, что такое... Безумие. Ты ебанул тут у вас. И почему у меня звуки... Обычные звуки громче, чем ты. Это бесит. Я могу дольше дышать под водой, не забывайте. Готово. Все, выплываем, выплываем. Нужно отсюда выплыть. О! Все. Достал меня, сукин сын! Там мы его убьем, Джейси. Давай сбегаем за трупиками. Привет. Ладно. Поплыли отсюда. Джейсон, по пути нужно будет забрать артефакт. Окей? Окей. Артефакт должен быть здесь. Ему никак не забрать этих воинов. Так, стопэ. Я сказал, артефакт где-то здесь. Что за звук? Ага. А, у меня одно орудие. Два патрона. Джейсон, 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 Джейсон. Реликвия. Без нее мы с тобой никуда не уйдем. Так, два патрона? Два патрона. Холодное пиво. Да, холодное пиво. Так, калаш. Что у тебя? На единичку, ладно. Все? Алло, вот, патроны. Вот черт. В дерьмо. Ладно, 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 Джейсон. Нам не забрать с тобой эту херовину. Ой. Там, наверное, войны. Юшка. Что за дыра? Тихо. Так, троих я вижу, это точно. Не забываем, что у меня патронов еще здесь излишка. Поэтому лучше сначала сходить сломать эту херь.
потом поубивать их. Вот черт. Снайпер мешает. Снайпер мешает. Очень сильно. Да убей его. Так, забираем. Все. Три патрона здесь. Заглушителем? А, хер там. Так, как бы так пройти? Вот черт. Вот черт, 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 они спалили труп. Стрельну, я проиграю. Проиграли. Я проиграл. Если стрельну. Можно отключить сигналку. Отключить. О, тихо. Все, сейчас будет все хорошо. Это сейчас могло для меня уже закончиться плохо. Он меня серьезно не видит? Блять, может ты отвернешься? Зараза, отвернись! Тихо, так. РПГ с тобой лучше. Так. Нет, это не одни и те же пули. Один заряд РПГ. Два заряда РПГ. Базука. Так. Нужно все безопасно делать и быстро. А я понял, мне нужно на вертушку. Если бы у меня тихое орудие было. Нужно тогда отсюда свалить. Прийти сюда. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. И вот отсюда начинать убивать. Первым делом сигналку. Тихо, 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 тихо. Они меня не видели. Все, все, они меня не видели. Меняем позицию. Убили, меняем позицию. Одно из важнейших правил. Убил, меняй позицию. Очень херовая снайперка, ребят. Одного убил, и то еле-еле. Перезарядка тоже не очень быстрая. Кто меня там целится, ты мразь? Я тоже могу целиться.
Давай, мне остался тебя только грохнуть и все. Все, все. ФПС, пожалуйста. Так, поехали. Сразу лутаем, что здесь есть у нас, и идем отсюда. Так, где еще ящик наверху? Меня схватили, видите ли. Все вещи забрали, твари. Но это ненадолго. Так, здесь эти местности я зачистил. Тихо. Я ж от миссии далеко не уплываю, надеюсь. Ой-ой-ой, я понял. Потом. Времени мало. А что мне нужно? А, добраться до вертолета. Готово. Летай. Окей. Окей, мэн. Летаем, живо. Оу. Ну, так мне, лис. О. Наебали. А я смогу убить вообще? Вот интересно. По идее, наверное, смог бы. Глупый вопрос. Ты ведь в этом году победил на чемпионате по плаванию. С кем ты разговариваешь? Там челик стоял? Да, вас? Я тебе говорил, что такое безумие. Нас подстрелили. Перевод, пожалуйста. А ничего не поделаешь, возразил кот. Все мы здесь не в своем уме. Кто-то там. Откуда вы знаете, что я не в своем уме? Спросила Алиса. Конечно, не в своем, отвечает кот. Иначе как бы ты здесь оказалась? Алиса в стране чудес, я понял. О боже. Где это я? О!
Здоров, Фалпласт. Это, по-моему, братская могила, да? Такая херня называется. Он вернулся из мёртвых! Эй, Деннис! Джейсон! Деннис! Как это возможно? Повезло. Тебе везет, мой друг. Очень повезло. Кто это сделал? Вас. Празднуя твою смерть. Чтобы порадовать Войта. Я далеко не мертв. Скажи Цитре, я приду. Окей. Сейчас скажу ей. Знаете, что это значит? В следующей серии мы получим с вами... Мне нужно отнять свои вещи, пиратов. Так, я еще играю. Это еще миссия, да, идет? Так, быстрое перемещение нельзя. Ладно. У меня ничего, да, нету. Херово. Мы сейчас, короче, заберем с вами вещи, пойдем заберем письмецо, которое лежит у нас в левой части. Камера? Нету камеры? Как так играть? Хоть ножик есть. Так, три головореза. Ну давайте без провала. А как мне по-вашему дойти втихаря? Чтоб меня еще не засекли. То как так, извините уж. Давай, давай. Бля. Где мои еще вещи? Мне нужно этих двоих убить, там еще трое. Ладно. Тихо. Будет больно! Вот падлы. Где? Где то, что я видел? Ей, бля, я не знаю, где эта кнопка. Давай, где ты? Ёбаный. Давай, подходи ближе. Подходи ближе, тварь. Все? Что такое? Что такое? Все? Да, все? Спасибо за пулемет. Вещи где мои? Мина. Это не то. Мне сказали, здесь будут мои вещи. Где они? В доме? Как вариант. Немножко сгорел, подгорел. Тихо. Ща. Где мобильник, там мои вещи.
Это не мои вещи. Алло. Джейсон, предупреждаю, вас могучий воин, но Хойт как демон. Много ракет атаковало его остров. Выживших нет. Одного за раз, Деннис. Сначала вас, потом Хойт. Ты говоришь о невозможном. Даже я не смог бы. Да ладно, Деннис. Все бывает в первый раз. Смело. Но доктор сказал, что твоя лодка почти готова. Скоро ты уплывешь. Нет, пока я не отомщу за братьев, я никуда не уплыву. Так, ну у нас уже время подошло к концу. Поэтому, ребята, сделаем таким образом. В следующей серии я дойду сюда. Испытание ракетов еще нужно будет выполнить. Хотя нет. Это будем собирать все-таки потом все. Сначала пойду к Цири. Она мне даст новые умения. И это будет охуенно. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.